Добрый день, меня зовут Игорь, и это компания «Всесоки». Сегодня я познакомлю вас с устройством, созданным, как говорят сами корейцы, по технологии умного отжима. Вертикальная шнековая соковыжималка Hurom H400. И первое, что бросается в глаза, уже знакомый нам отсек с ножами для нарезки продуктов. Предварительный измельчитель стал неотъемлемой частью современных соковыжималок Hurom. У данной модели его диаметр составляет 13 см, что позволяет загружать большинство овощей и фруктов целиком. Поэтому процесс приготовления сока происходит значительно проще. Небольшие кусочки можно добавлять и в процессе, через верхние отверстия. При полном же открытии крышки соковыжималка автоматически останавливается для вашей безопасности. К тому же это позволяет снова полностью загрузить отсек продуктом, закрыть крышку и продолжить отжим. Второе – это усовершенствованная деталь в отжимной корзине, которая помогла Hurom снова обойти своих конкурентов. Мультишнек. Он ознаменовал появление пятого поколения соковыжималок корейского бренда. И его главная фишка – ускоренный процесс сборки-разборки и очистки устройства. Смотрите, если во втором и третьем поколениях была стальная сетка, обтиратель и шнек, в четвертом – шнек и две фильтр-решетки, то сейчас в пятом – мультишнек – это составная деталь всего из двух фильтрующих решеток. Их можно просто сполоснуть под струей теплой воды, и все, аппарат снова готов к работе. Обратите внимание на носики выхода сока и жмыха. Казалось бы, такие простые элементы, но их тоже не обошла инженерная мысль. Первый оснащен силиконовым уплотнителем, чтобы избегать протечек. А внутренняя нижняя часть имеет наклон, чтобы сок стекал к вам в стакан до последней капли. Второй же представляет собой откидную конструкцию, что упрощает и ускоряет очистку устройства от жмыха. Силиконовый клапан носика выхода жмыха позволяет максимально спрессовывать отработанную мякоть, кожуру и семена. Благодаря этому КПД отжима H400 максимально высок. Сейчас я приготовлю сок из апельсинов. Мне надо лишь помыть и почистить апельсины от кожуры, а затем загрузить в отсек. Соковыжималка сама измельчит, отожмет и выведет жмых. Останется только подставить стакан, слить свежий сок и с удовольствием его выпить. У меня получилось примерно 430 мл натурального апельсинового сока за 3 минуты и 34 секунды. Сегодня мне удалось быстро приготовить яркий апельсиновый фреш, и помогла мне в этом соковыжималка Hurom H400. Несомненно, функциональное и умное устройство. Ваше здоровье – наш приоритет. Мы делаем все соки для вас. Будьте здоровы и до встречи в новых видео!